мыться будет. Давай, сегодня тепленько, хорошо. Ну-ка, как у тебя дела сегодня? Вот это вот чудо-отвар. Настойка шалфея. Сам готовил. Каждый день, Астон, кыш, каждый день я сейчас прихожу и мою Хука шалфеем. И еще в еду ему наливаю. Научил его есть шалфей, пить шалфей, жить шалфеем. И вообще у него сегодня достать бы пару мешков или, может, я не знаю, тюк этого шалфея, накидать ему, чтобы он спал на этом шалфее. Я думаю, он выздоровеет. Он меньше стал чесаться. Хуки, давай мыться. Давай, зайка, мыться будем. Все. Иди сюда, мой злой волк. Иди, буду мыть тебя. Ложись, ложись. Иди мыться будем. Я кажу. Фуня будет мыться. Давай. Все, а чтобы чистенько было. Попочку. Стоять, волк. Стоять. И мы начинаем мыться. Хорошо. Моем и приговариваем. Стафилококку. No. Стоп. Ему стало лучше. Стой, Хук. Хук, стой. Стой. Мой лесной зайка. Зайка-волк. Ушки помыть. Мордочку. Глазки, ушки. Ушки, мордочку. Все помыть. Ушки. Снизу помыть. Носик. Носик. Нет. Молодец. Хороший волк. Стой. Стой, волк. Я сейчас прочухаю, чтобы ты весь промок хорошенько. Вот теперь самое интересное. Он терпеть не может, когда я хвостик ему обрабатываю. То есть хвост он не разрешает трогать. Стой, Хук. Злой волк. Я тебе сейчас уйду. Я сказал злой волк. Злой. Стоять. Стоять. Нет. Это шалфей. Его можно пить. Дай хвостик поглажу. Я тихонько. Все. Стой. Я сказал, я тихонько. Чи хвостик и все. Один раз. Все. Я тихий. А если букашки хвостики останутся? Все. Давай. Чи. Хвостик тихонько. Чи. Чи. Все. Все. Я помажу и все. Хвостик хороший. Все. 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 Вот. Хок. Все, садись. Все. Я тебе еще кто сказал? Все, иди сюда. Че я сказал? Тихонько все. Чи. Все, чи. Чи. Все, все. Только. Все, 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 волк. Все, все. Иди, я пожалею, иди сюда, все, пожалею, иди. Иди, пожалею, иди. Все, пожалею, иди. Все, прячь, сюда можно, все, прячь, все. Пожалею, иди. А полечить Хука надо, полечить. Чтоб Хук не болел. Совсем ты у меня облез. Ну, что там у тебя? Все, пожалел, шайку. Мой волк. Чё? 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 Ну? Ну, вообще, кто там лежит? Чё тебе? Нет? Чё? Вот так вот каждый день мы воюем. А хвостик пока получается плохо. Может быть, зараза там прячется. Так хвостик может отвалиться, понимаешь? Иди сюда. А то я тебе еще мыть буду. Стой. Стой, иди сюда, Хук, стоять. Подожди. Стой. Ну я что? А че я сказал? Подожди. Я полечу и все. Тихонько полечу. Все, не трогать не буду хвостик. Все. Мне кажется, я плохо помазал. Я только полечу и все. Давай.
чуть-чуть. Ну, стой, Хуки, ножки. Ножки полечу еще вот тут. Где? Хуки, иди сюда, говорю. Я что сказал? Нельзя. Ты что, ты меня укусить хочешь, собака лесная? Где я полечу ножки и все. Стой. Я ж... Ты по морде сейчас получишь у меня. Чего ж больно? Паразит такой. Стой. Стой, я сказал. Все, хорошо, волк, хорошо. Все, ладно. Давай лапку мне. Давай, все. Все, давай еще раз пожалею. Иди сюда, пожалею. Иди ко мне. Чего ты не хочешь лечить? Кто не хочет лечить? Волк? Надо лечиться. Ну? А ты как ты в кино потом сниматься будешь? Как ты будешь сниматься в кино? Ты волк? Ты мой нож? Ножик? Ножик? Вот. Так, Хука помыли. Пока я не знаю. Более-менее вот третий день. Обрабатывая его шалфеем. И давая ему внутрь шалфей. Более-менее какие-то сдвиги пошли. Ну, по крайней мере, нету такого жесткого чеса, как у него был раньше. Он продолжает чесаться, но уже гораздо лучше. Дело идет меньше, меньше чешется. И, как бы сказать, ему стало легче. Он почесывается, но уже не в таком активном режиме, безостановочно. Вот, поэтому я думаю, что в этой штуке какая-то польза есть. Продолжаю делать то же самое. Каждый день протираю его шалфеем и давай шалфей вовнутрь с мясом.